Да, встречаю все удары судьбы. Глотаю молнии и изрыгаю гром. Я же мистер исключительный. Не мистер ни то ни сё, не мистер второразрядный. Мистер исключительный. Слушай, я дома сейчас нужней. Шастику алгебра не дается. Фиалка переживает из-за предстоящего свидания с Тони. А Джек-Джек? Джек-Джек? А что с ним не так? Ну, с Джек-Джеком все в порядке. Но даже обычные малыши нуждаются во внимании. Могу ли я оставить детей? О, так ты из-за костюма. Я все могу объяснить. Я в драм-кружок записалась, и это... У нас решили Шекспира ставить. Только так, современненькое для тинейджеров. То есть все такое же, только про супергероев. А, да, да. Я в театр в джинсах пришла, а режиссер такой... Боюсь, этого будет маловато, Боб. Тут нужны радикальные меры, причем по ряду направлений. Начиная вот с этого супермонстрика. Нам требуется нестандартное и очень волевое решение. Все дети активны, и твой ребенок не исключение. У него немыслимый потенциал, Роберт. Пока он спал, я творила как одержимая. Тетечка Эдна не сомкнула глаз, все сочиняла костюмчик для твоих разнообразных форм. За него не беспокойся, а для нас так безопасней. У малыша неконтролируемые сверхспособности, и твоя задача в том, чтобы найти к нему подход, верно? Здрасте, мое прозвище Пустота. Я, ну, я вас хочу поблагодарить. Вы просто как это... А, как же сказать? Вот что. Лучше покажу, что я умею. Политики не понимают людей, которые делают другим добро просто ради добра. Вы им кость в горле. Столько лет они ждали повода. И сегодня, наконец, дождались. Так что все, надо прощаться. В дом проникли грабители. Отец стал звонить Паладина... По прямой линии никто не снял трубку. Тогда Огнику. Снова молчание. Только что вступил в силу закон против супергероев. Бандиты так и застигли его с трубкой в руке. И... Все, что наполняет жизнь, должно подаваться вам в красивенькой упаковке через экран. А вы будете сидеть в тепле и бездействовать. Вы... Заевшиеся и разленившиеся потребители, которые уже не могут подняться с дивана... И не желают жить по-настоящему. Он живет прошлым, когда были мама с папой и супергерои. Он подсознательно видит их как одно. Но мамы с папой больше нет, потому что суперы их бросили. Наши родители по глупости положились на вас и доверили своей жизни. Из-за супергероев мы слабы.